Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерный рассветный заряд вашей экрана, это значит, что мы продолжаем шарахаться по пустошам. Это Fallout New Vegas. Сажайте задницы поудобнее, ништячки на стол. И погнали. Блять, управление все равно, уже какая серия, я не могу привыкнуть нормально. Watch yourself. We got hit by a Legion raiding party just the other night. Так, пятое письмо. А что, значит, как минимум еще 4 существует. How do they expect the Legion is assembling a massive army on the other side of the river? How can we stop an army when we can't even handle the raiding parties? Так, возле этих сральников я вроде ковырялся. Мне еще по сральникам не ползал. Так, хи-хи-хи, жена. Так, спать я здесь не имею. Так. I don't know how we're gonna hold off the Legion here and at Hoover Dam. We just don't have the manpower. Так, значит, писем минимум 6. Oh, what... И тебя можно. I've heard of you. We're out of so everyone is either. We're all gonna die out. No, no. Ever. I'd rather. Controlling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Please, together. Нычка где-то там. I was stationed at McCarran. I heard they still get to hit the strip for R&R. We haven't had R&R in ages. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Так, седьмое письмо на этом столе, значит. Где должно быть еще 4. Бля, чувак, извини, я тебя подниму. Look who we have here. About the shortage of Hydra, right? I think... I sometimes see him walk... I've been playing... In fact, there's more hope... But it...
Which reminds me of something I've been meaning to Great. Since the camp is threat... Great. Don't be surprised. Can I... Morning. Hey. You're still here? I don't care. Пиздит. Пойду расскажу об этом доку. Unless it's urgent, you're going to have to wait. So you... Well, I store a variety... Locked in a cabinet. I remember coming... I thought it might... The camp is pretty dead at night. Так. Ваши достижения будут вывешиваться в столовой. Got a lot to do. Make it quick. Oh. I stole. Good God, no. Так, все окей. 1:38. Так, 13:54. Watch out! Watch out. I've got a lot to do.
Whoa. Watch out. Блять, жалко нету истории сообщений, я уже заебался тут кругами бродить. Я же заебался тут круги наворачивать. I've got a lot to do. Make... Locked in a cabinet. I thought it... The camp is pretty dead at night, especially at 0200 hours. I store... I remember... The camp is... Locked in a... Угу, значит, я был прав. Воу-воу. Шкафу. Ага, вот тут сложный замуцк. Воу-воу. Воу-воу. Блять, а еще я забыл, как зачехлить оружие. А, надо просто нажать R. Да, зажимаешь R, и все, пушка убирается. Пиздец. Механика ебаться, всраться, какая сложная. Че, не пришел наш варюга, не?
Я же заебался тут ходить, такой нудный квест, а? Дай-ка даже попробую погуглить. Я немножко дебил. Забыл на Wi-Fi переключиться. Hello. Evening. Блять, пока смотрел, квест достаточно забагованный. Короче, это стоп Родстоун. Хижина. Зона. Пиздатенько. Так, небольшая техническая заминка, но ничего смертельного. Так все-таки, я пытаюсь понять, а где же, блядь, эта рожа бродит? Особенно учитывая тот факт, что я немножко мудак. И все это время я бродил зря. 18:28, ага. Так. Это 7:31, 8:09, 10:00. Можно было и поспать, конечно. Так, 00:30. Fancy meeting you here. Как ты тут оказался? Yep. Yes. Fancy pants? No. Yep. No, no, it ain't my... Ну, окей, найду. Fancy meeting you here.
Как же ты не вовремя. Роботронья задница. Так, 1:47. Тут бывает такой баг, что Стоун сразу же в 2 часа выходит из казарм и оказывается в палатке у шкафчиков. Сейчас 1:57. Сейчас должен появиться, по идее, в скором времени. Ну что, пошла жаришка. Джва 05. По идее... Маркер бы шаволился. Что-то не очень шаволится. Oh, what are you doing? Ну-ну, я послушаю. Well, I want it. But it sure... Haven't you... Hey! Хе-хе-хе. Док, просыпайтесь, я, кажется, поймал пидораса. Все. Иди спать, дружище. Я спокоен. Так, в Гелиус 1, говоришь? Пиу. Nice job out there. What is it? Yeah, they were here a while ago. I've seen soldiers get assigned there. It's like they... If you're trying to track them down, we put a GPS... Так. Значит, они где-то по дороге проетерялись. Так. Винтуха. Так, то есть вообще без вариантов мне придется топать на Пешкарусе. Вот я ебал этот 11-й маршрут, честное слово. Так. Опа. Оба-ёба, а это чё за вентилятор? Шо? Ещё один? Блять, вот только вас не хватало, а? Так, надо сразу въебать пузырь. Ствол. Ствол. Блин, есть, конечно, попробовать варик петушителем их порезать. Так, сохраниться у меня получится. Гореть! Жечь! Гриллионеры! Про меня все говорят, я ненавижу Легион.
Да, мне именно эта игра и нужна. Так. Так, а у меня теперь проблемы. Ну ты собака. Вот же невезуха. Блин, вокруг тачки их повозить, что ли? Так. Сука, она весь дэмэдж броней глотает. А, точно. Так. Так, надо высунуть хлебало. Ой, там что-то очень громко рвануло. Да, воюем, шо обезьяны. Да и персепшн у меня помер. Было попадание. Так, надо УД откачать. Блин, сейчас... На голом ватсере. Где? Блин, очень удобный уступчик, слушайте, а? Ну, приходится играть в крысу, с кем не бывает. Так. О, получил свое. Где? Ну подойдите вы поближе, ёб вашу мать, а. Пиздец, это был последний патрон.
Где все? Хуяк. Отключиль. Так, ну их там еще минимум двое. Херово дело. Придется клачить. Чего же не повезло? Блять, я затащу этот бой. Так, сейчас самое главное отскочить. Хуяк. Так, помощь. Сколько у меня? 60 ОЗ. Очень херово. Да выебывался. Это будет долгая бойня. Сходил, блядь, до Гелиос Уан. Да, без ствола я его быстрее будет. Так. Смотрим. Так, надо где-то 60 хп набить. Так. 55, 50, 45, 30, 20, 12, 7. Сойдет. И ствол найти повеселее. Кажется, понял, на какого хуя я такой медленный? Я что, конечность где-то повредил? Да не, вроде все окс.
Гык, странно. О. А, у меня капслок отжало. Так, дайте-ка я другой ствол возьму. ПП это, конечно, заебись. Но точность вообще просто сосет писю. Ой, пошла жаришка. Так. 12 калибр — это сила. Не, не долетит. Ай, бля. Не, 22 ЛР, это, конечно, заебись. Вот кончелыги, а. Так. У кого-то там ПП. Так. Мне надо 210 ХП. Так. 120 100. Ну пусть будет 90, похуй. Так, 75 70 65. Минус 15, так, это 50. Жалко, нет альтернативной атаки, а. Ой. Эти кончелыги меня там ждали. Thank you.
посмотрим. Тут панель пропал, получается. Дай мне пиздец. Можно сразу перезагружаться. Че ж меня так сношают там? Блин, надо сменить патрон на бронебойке. Так, и спрятаться, потому что меня сейчас отъебут. А, ебут. Всего 6 патронов, если разрывных. Угу. А потом надо бронебойными по ним ебашить. Ох, нихуя. Так, с одним разделались. Так, последний стимпак, ёб твою мать. Ну ёптаю, как так-то? Еще раз. Я уже настоебался, вы не поверите как.
гранатомета не хватает, а? Одного в прямом смысле слова спалили. Второго. Броня очень плохо. Где-то есть еще один. Так, а вот этого мы как раз отработаем экспансивными. Да что ты будешь делать, а? Я просто похлопаю, но это пиздец какой-то. Я уже пол ёбаных часа не могу справиться с 4 сука легионерами. Что за номер, блядь, я понять не могу. Ну и куда ты за мной бежишь, осла кусок? Так, нахуй. Жалко, медикса нету. А как тебе вот это? Да что ты будешь, блядь, делать, а? Сука, я ненавижу Легион. То ли я такой криворукий, то ли они не врут ебаться, бойцы. Все, пиздец, в ближняк даже можно не лезть. Еще и ногу оторвали, вот уроды.
Не. Я стал, по-моему, еще быстрее сливаться. Это я уже, называется, просто хуй положил. Ой. Консоль какого-то хера открылась. Сука. Кто-нибудь в комментах посчитайте, сколько раз я слился. Это мне гранат под ноги. Как же у меня горит, нахуй. Так, начнем в ту сторону. Так. Вниз на камешке. Так, здесь хотя бы можем пролечиться спокойно. Так, пыло. Гранат нету. Ну, блядь. Это как нахуй? Так, УЗИ у меня 86 уже. Я вас запинаю, бляди.
Да что ж за невезуха, а? Простейший клатч не раскидать, блядь, Саныч, ты очень сильно теряешь хватку. Загрузка. Ух, блядь. Блядь, да вы серьезно? Нахуй это сделал? Они садят так точно-то, ёб твою мать, а? Это как, блядь? Объясните мне! Сколько я уже раз отлетел, реально посчитайте. Удавлю блядей. Как ты до меня дотянулся? Отъехал. По нему хоть прямыми, хоть кривыми бей, ему похеру. Я ебаться не хотел, но житуха заставила. Это как, блять, вообще? Вот один отъехал, ладно, еще трое минимум. Ох, блядь, давно я в такие замесы не попадал. Ты ведь самому себе не скажешь, что красиво раскидался. Не, это было максимально позорно, по-моему. Ну, за этим же мы здесь и собрались, чтобы понаблюдать, как я подгораю со всей хуйни.
А сейчас именно тот случай, когда вот прям качественный бугурт. О, как ты вовремя, мужик. Что нам сейчас пизды давать будут, говорят. Wait. Че, и все что ли? Как ты же ты меня видишь, расстреляешь, а? А, вот ты где. Еще и ты здесь. Вот только бандюков мне не хватало для полноты картинки. Ёбаный ты. Черепную коробку. Легионеры-то теперь этим, бля. Так. Из чего он стреляет, блять, из такого, что у меня хп слетают только в путь, только тык-тык-тык нахуй. Come on. Так, конченность отстрелили. Из-за чего с так не очень хорошей точностью у меня еще больше проблемы. Блять, вот этот вот замес на этой ебаной горочке, это хуже, чем болеть за Феррари в Формуле 1. Я вам рассказываю. Точно, вагончик. Как же я мог раньше-то забыть? Ебануло так. Причем варианта по-тихому срыгнуть у меня нету. Вот в чем вся проблема-то, собственно. Если бы этот тварик у меня был, я бы уже, честно, не заморачивался и искал. Пошли в жопу, блядь, я съебываю. Вот этот уступчик сюда. Оп. В
Очень нездравая хуйня, я вам скажу. Сюда подошли. Так, а что если херануть им гранатку? Точно, давайте их динамитом попробуем закидать. Блядь, в рассыпную кинулись. Блять, закидать их динамитом тоже оказалось не вариант. Так, а что у меня с хилом? А, я же сливался. Так, и одному я все-таки, кажется, снес гычу. О, рейнджер. Проблема в том, что их там еще двое. Минимум. Ranger at the ready. Watch out! А, это целый декан был? Нихуя себе. О! Петушитель явно получше моего. Там кто-то есть. Еще двое. А что, если мы поедем на хитрость? Yeah.
Эх. Ой, там что-то ебабахнуло очень громко. Так, что у меня по конченностям? Не, конченности у меня в порядке. Сколько легионеры попередохли, я так понимаю, что... Это все, и можно сохраняться. Наконец-то, блядь. Я перепишу это невезучее сохранение. Реально. Я, наверное, повторюсь уже хер знает в который раз. В комментах гляньте. Да вы посчитайте, сколько же в итоге раз меня на этом пятачке слили. Мне вот просто интересно. Что я в полном ахуе. То, может быть, я чего-то не понимаю. Может, я с серией Fallout не настолько круто знаком. Но это же явный непорядок, согласитесь. Так быть не должно. Обычно 4 ебальника разметать, ну... 5 минут максимум, если с нычками и перекатами. Ну это... Ну как? Я специально засек, я протрахался порядка часа. Чтоб самому себе не приврать. Да. Ну, может, чуть поменьше, но не суть. Я проебался где-то час. Вот. Объясните дебилу, пожалуйста, что происходит. Ух, ладно. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, пиписька. И до свидания. Будем считать это еще одним филлером. Ну, почти. Адьос, братва.